договора с гражданами. Договор заключили с ним хоть какой-нибудь? То есть, получается, мы должны еще дополнительно с ними? Они должны с тобой. Они же оказывают услугу. Угу. Любая организация, юридическое лицо, обязана заключить с гражданами, чтобы требовать денежные средства, обязаны заключить договор. Где эти договора? Они начинают ссылаться публичный договор. Мол, когда-то ты договор оферты акцептировала, то есть оплатила один раз, значит все. Да вы нас в заблуждение ввели. А 445-я статья говорит, что если где-то договор оферты был опубликован, да, то они обязаны в течение месяца перенести его на бумажный носитель. Где договор? Какую услугу они вам оказывают? Где твои обязательства должны быть прописаны? Обязательства этой стороны, двух сторон, да? Договор-то двухсторонний, не трехсторонний. Да. Двухсторонний. То есть обязательства сторон. И как решаются эти форс-мажорные обстоятельства?